Здорово всем, с вами Назар, мы продолжаем играть за Лондон с попыткой выполнить ачивку вокруг мира за 80 лет. Итак, будем начинать войну против Англии, потому что нам нужны португальские южные острова. У Португалии союз Англии из Кастилии, то есть можно ставить запросто галочку. Вот так, Францию тоже мы призываем. Хорошо. Вроде как все сделал. Ну, можно разве что... Ладно, не буду. Кастилии там наложить запрет на торговлю. Это все, конечно, нужно сделать будет. Это нужно было делать еще до войны, конечно, потому что с Кастилией будет перемирие. Да ладно. Так. Транспорт. Наши бравые войска пытаются высадиться сюда. И когда они прибудут? 6 июня. Ясно, они не успевают за месяц сюда прийти. Мы, конечно, начали не с 1 числа. Ну, хотя бы будет небольшое количество там людей внутри Кале. Это уже хорошо. Возможно, даже если будет пробита брешь, можно будет даже и штурмануть. Корабли пусть тут так и стоят. Если что, мы попробуем... Ну, если на нас тут кто-то нападет, попробуем отсюда эти еще 10 тысяч перебросить на материк. Француз, что там, восстанавливается. Он тут тренировался. Повышал свое умение воевать. Иду повышался, да? Что его тут все... начинает оккупировать. Ладно. А, он пошел на Нормандию. Я-то думал, он будет Париж отбивать. Но нет. Ну, ладно, мы пока ждем, что нам тут остается делать. Ого, разломал стены. Спасибо. 50 админки, либо это деньги. Ну и 50 админки. Да, что-то многовато врагов тут. Не-не, голодей минус 50, беспорядки. Сютерланд это где? Не знаю. Не вижу. А, здесь. А тут какие беспорядки? Минус 7. Пусть будет вот так. Не хочется портить там отношения. Ибо коалиция, все дела. Так, с Парижа почему-то убрали осаду. Ну да, тут такие нехилые армии, конечно, ходят. Французу бы объединиться, пойти вот тут разбить его. Это, кстати, и делает. Так. Ой, что-то французик ты тут попал, похоже. Да, попал. Ну ничего, пусть отдувается за нас. Не, ну вообще-то тут такая немалая противная сила. 4 страны. Отдувается, по сути, один француз. Так-с. Делаем претензию. Отзываем. Делаем претензию сюда. Блин, если бы я вот тут успел. Можем стать защитником веры, нифига себе. Так быстро. Собирали деньжат. Лондон, ну, наверное, пока можно отключить. Француз, что ты творишь?
Чё ты творишь? Зачем ты атакуешь, если рядом есть большие войска? Своими небольшими войсками. Так, традиции 15, дворяне получают 10 лояльности. 25, дворяне теряют 10 лояльности, горожане получают. Ну вот так нужно брать. Да, что-то мне кажется, что французы скоро выбьют из этой войны. А, уже и португалец пришел. Еще и та ёшкин кот. Да, что-то мне кажется, ничего из этого не получится. Так, и что у нас, по какая ситуация? Так себе ситуация. Они ведь скоро тут за мной придут. Они, по идее, и уже могут прийти. Не, ну мы как бы уничтожаем им корабли. Но и сами теряем. Их все-таки больше, насколько. Ладно, надо отступать. А, ясно. Ай-яй, француз. Ну, блин, как назло, нету пробития бреши. Ходят тут вражеские корабли. Сейчас вроде бы ушли куда-то далеко. Нужно тут передвинуть. Надо вот эти 10 тысяч перебрасывать сюда. Если что, сюда нужно будет тоже высадиться. Главное, чтобы они Париж не взяли. Ты опять проиграл. Блин, француз, ты задолбал. Ты все битвы проигрываешь. Сюда я не пойду. Давай. Ну, ёб твою мать. А давай возьми уже наконец-то эту крепость. Атакуют. Не, ну, наконец-то. Два долбаных года мы брали эту крепость, которую должны были взять за месяц. Ага. Но не успели. Чуть-чуть. Так, ну тут надо отступать. У них еще и адмирал есть. У них много вот этих кораблей. Вот они перекрывают этим самым. Опять потеряли корабль. Так, а можно ли построить еще кораблики? Влияние 40. Ого. Тут 40 влияния надо. Не, стоп. А, 40 влияния. Ага. Ну, сейчас можно попробовать. А куда их кидать лучше? Сейчас посмотрим. Вот этих две провинции. Сейчас посмотрим. Тридцать семь плюс пять. Ну, вроде бы должно хватить. Есть 42. Нортумбрии здесь. Отлично. Пусть строится. Пусть потихонечку строится. Нам они нужны. Так, 28 тысяч. Сейчас бы взять какого-то военного командира. Защита крепости, лимит армии, скорость пополнения полков. Ну, естественно.
Ни на дисциплину, ни на это нету. Супер, супер, супер. Где французская армия пошла осаждать Кастилью? Хреново. Хреново. Я не знаю, смогу ли я тут их выбить. Они, конечно, будут атаковать, но тут равнина. 28, тут 25 тысяч. Наемников, что ли, взять? Хотя бы 3000. И тут давай еще 2. Мы их сюда перебросим. Тут мы можем быстро перебрасывать. О. Они еще и уходят отсюда. Отлично. Ну ладно, тут уже не буду нанимать. Так, так, корабли сюда. Да пипец, а чё мы не можем сражаться? А чё за прикол? Чё у нас боевой дух такой низкий? Испанские традиции плюс 15%, ясно. Не, ну мы победили, конечно, с хорошим результатом. С очень хорошим, даже я бы сказал, результатом. Наемники пока пусть будут. Но тут без наемников пока нечего делать. Так, улучшить 100 мундум, враг нашей угрозы. Совое плюс 100. Это нас дадут 25 очков. Престиж... Ну, престиж мы вряд ли сможем. Ну, как бы мы сможем, но надо так пока делать. С мондом нет смысла, наверное, что повышать отношения. Хотя можно. Можно его вообще завассалить через дипломатию, наверное. Можно будет это сделать. Так, давайте тем временем совой. Тут, в принципе, недалеко улучшать. Так, и что, я типа сюда шел, но, похоже, надо идти отбивать вот эту крепость. Ты берешь Толедо, отлично. Надо все-таки идти отбивать крепость. Может, кто-то хочет? Нет, никто не хочет мира. Так, между тем. 1000... Конечно, столько не надо войск. Сюда я могу. Нет, не могу, чтобы перехватить. Могу вот сюда пойти попробовать вот эти 3000. Но пока я дойду, они соберутся, и это ничего это не даст. Правда, у француза что-то мало войск уже осталось. тысяч. Это мало. Это очень мало. Надо 6000. Ставим вот так, наверное. Сто админки дают. Нам можно взять кардинала. Да нет, не надо мне кардинал. Наверное, пока что. Так, что тут делать? О, взял Толедо. Отлично. Значит, Кастилью мы сможем выбить достаточно быстро. Это хорошо. Это хорошо. Корабли пусть идут сюда. Тут они соединятся с другими. Так, что, можно попробовать здесь подбивать или сюда. Ну, давай сюда лучше пойду. Чуть поближе.
Это не дают нам восстановить престиж. Ну вот это что такое? Ну блин, что за бред? Разработчики, ну какого хрена вы делаете? Ну почему вы это не исправите? Ну да, я полностью слил свою армию. Ай-я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 й. Ну да, тут пока дойдет. 8 января. А тут идут 20-30 тысяч. Надо будет отступить, похоже. Ну вот тут вроде бы француз уничтожил их армию, да? Кале. Где тут оно? Берри Кале. Да, он. Ну я не знаю, полностью ли уничтожил. Как тут нельзя посмотреть? Нельзя. Стиле, может, ты хочешь просто мир? Хочет, отлично. Унизить я, конечно же, тебя не смогу. Ой, да плевать. Эти унижения. 242 монет заберем. Там больше, наверное, француз заберет. А может, с Португалией союз. О, давай лучше с Португалией союз. И вот так монет заберем. Супер. Мы спасены. Ту-ту-ту-ту. Португалия. Или с Англией лучше. Нет, лучше с Португалией. Тем-тем-тем. Такс. И здесь вот этот генерал, он пойдет на осаду, потому как у него есть два осадного умения. Мне главное француза удержать в этой войне. Для этого нужно отбить этот город. 125 админки, местные беспорядки. До 53 года, ну ладно. Так, тут надо помочь французику. Так, он сам там идет, давайте поотбиваем немножечко. Пойду, пожалуй. Ой, что это там такое? Кастилья? Кастилья, уйди. Уйди, зараза, оттуда. Так, тут пока не берем, ждем скидку. Хотя бы 5%. Больше вряд ли дождемся. Нам нужно быстро брать пятую теху. Но тут хотя бы 5% скидку нужно дождаться. Ну и плюс нужно будет нам. Нужны будут нам очки. Чтобы закорить. Так что мы там получим. Это что за война? Француз, надеюсь, не воюет. Прованс, Лотаринге, Феррара. Нет, не воюет, хорошо. Все, мы отбили ему пету. Британии еще бы надо было бы выбить из этой войны. Так что мы давай пойдем сюда. Эти ребята вместе с этими ребятами пойдут у нас сюда. Мы поставим вот этого. Делаем вот так, что военку, число рекрутов. Он вроде бы влияет на восстановление рекрутов. Так, сейчас у нас 313, 334, да, влияет.
Ну ты, конечно же, получил сразу брешь без генерала, без ничего. Ну да, ну да. Справедливо. Чё уж. Блин, я 2 года сидел на этом долбаном, вот этой долбаной точке. Хочешь мир? Не хочешь? Серьезно? Ну, тут, наверное, оккупировать вот эту провочку, и он захочет. Немножко опасно, конечно, так идти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, и ты уже получил. Ну да. Иди сюда. Не хочет. Ладно, подождем. Так, ты идешь у нас сюда. Ладно, давай иди. Француз чем занят? Похоже, ничем. Так, Англия, что у тебя тут? Транспорт и такие корабли. Все еще строятся. Ну, давай попробуем напасть. И надо бы, наверное, заложить еще барков. Пусть потихонечку строится. Сколько у меня там есть? 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Пока этого хватит, я думаю. Что там, скидка есть? Скидки нету. Это брать пока не знаю. Так, ну... Даже так не хочешь. Ладно. Значит, мы просто выводим отсюда свои войска. Француз пусть себе тут Англией занимается. А что француз занимается? Нам флота. Нам как бы вот тут точка оккупировать и все. Но я бы хотел еще здесь взять от Португалии. Но это придется платить дипку. Немало придется платить. Это было бы замечательно взять эти парочку про. Ну хотя бы плацдарм, чтобы тут разместить войска. Может, Португалия не заключит союз с Кастилией. Мы сможем ее атаковать еще раз. Но это не факт. Это вовсе не факт. Англия, Австрия, ничего себе. Хорошие союзики, хорошие. Так, тут ребята вы... Он теперь не хочет. Да твою мать. Ты прикалываешься? Я только что хотел. Да, зачем я снял войска с осады? Вы сюда, ребятки, вы идите, давайте, пусть будет сюда. Только генерала нужно поставить. Кто там осторожный? Слушайте, да это идеальный правитель. Ну а так, блин. И они, получается, получат черную метку. Ну ладно, ничего страшного. Мы вот этих выведем сюда. Этих выведем сюда. Здесь вот так будет нормально. Не хочет. А союзик? Союзик тоже не хочешь рвать. Ладно, выбиваем.
Может, тут вот сюда проканает? Возможно. Так, с вами, ребята. Ну, пока так поставим. Там посмотрим. Кораблики. Ну, давайте дождемся, пусть вот этот построится. Тогда их садим на корабли. Отправляем сюда. Так, вы, ребята, идите на Нормандию. Так, ты пока отойди в Париж. Ты француз тут осаждаешь. Ты тоже в Париж. Оставь осадный корпус. Отойди в Париж. Скоро уже будет просить у нас мира. Ну, вблизи тут этот голубок будет. Фир-фир. Давай мир. Есть, построился. Ну чё, попытка номер два. Атаковать. Да, можно вывести просто на оккупированную территорию. Так, тебя выводим. О. Можно, конечно... А, не, нельзя. Потому что француз командует осадой. Ну, я французу верну тут парочку проф. Так... Ты у нас поедешь. Ну и вас немножечко. Сюда даже лучше. Но мы как бы можем... А, не можем. Почему? Так, через кого у нас есть проход? Только через Францию, да? Через Арагон. А через Кастилию у нас прохода нет, да? Угу. И он не даст. Угу. Понятно. Понятно. Значит, войска приведем сюда. А чё флот пошел без транспорта? Чё за прикол? Так, хорошая угроза. Так, что там дальше? Флот, Тамонт, Престиж, типа репутация. Тамонт. Ну, в принципе, можно. Ладно. А флот что нам даст? Бойду флота, традиции. 20 линкоров, ты чё, прикалываешься? Я тебе возьму 20 линкоров. Не, я могу, конечно, построить, но зачем? Эй, тихо, какая шпионскую сеть. Блин, еще эти корабли не посадил. Так, Марокко, вижу, воюет против Португалии. Это хорошо. Да, не. Теперь взял. Так, между тем. Тут фабрикация есть, тут есть. Дания. Ага, Швеция не смогла добиться независимости. К сожалению. Можно поддержать типа шведское рвение к независимости. Но правда они не особо-то хотят. Они любят Данию. Ну да. Литва тоже поддерживать не будет. Норвегия. Ну давай. Создадим пока тут шпионскую сеть. Чтобы хотя бы иметь какой-то казус белли, вдруг пригодится.
Так, ну что там? Есть скидка? Нет скидки. Хотя было бы неплохо взять и начать строить церкви. Садимся тут. Круто. Младенец. Да, младенец, 30 лет. Младенец. Какая усталость. О, прикольно. Вообще очень много таких положительных ивентов выпадает. Очень много. О, Лондон. Карака. Что надо бы войска переводить уже на территорию Португалии. Но я тут маюсь всяким разным. Так, враги. Португалия, у тебя 11 тысяч, ясно. Ну, давайте тут высадимся, а затем поедем за нашими войсками. Так и нет возможности передвинуться сюда. Так, Нормандия взята. Отлично. Ставим этого генерала. Давай еще их тоже сюда переведем. Есть риск, что француз сам попробует замириться. Уже два кардинала у нас. Неплохо. Ну, давайте вот так. Может, получится. А вдруг? Так, и все. Корабли пошли сюда. Давайте сюда. А не-не-не-не. Ай-я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 й. Блин, потерял корабля. Наверное. Ой. Скорее всего, что потерял. Ну да. Блин. Так, формируем армию. Поплыли сюда. Крепости, наверное, не надо будет брать. Достаточно будет вот этих двух. А что это за война такая у них там? Ага. А, Гранада вместе с Марокко пошли на Португалию за вот эту провку. Ясно. А, и Кастилия с ними тоже воюет. Ясно. Звонит. О, уже просит мира. Сейчас, Англия. Погоди. Чуть-чуть осталось. Так. И что, нужен мне этот КЛ? Мне что-то так себе, знаете. А тут вы никак не отдадите. Ну да. То, что я вот тут могу национализировать, затем это... Это так не канает. Ну, возьмем вот так. Ну придется. Ну, что поделаешь.
Француз что-то хочет. Французу надо отдать что-то. Я думаю, вот эти южные ему отдадим. Только надо посмотреть, как это будет лучше. А у него вообще тут есть национальные. Да, есть национальные. Так, господи, подожди, телефон. Доволен? Доволен. Хорошо. Ну, можно, конечно, взять это Кале, чтобы иметь тут тоже такой плацдармик. С Кастилией союз разорви. И дай 100 монет. Нормально, тут плацдарм, тут можно будет колонить. Но здесь на юге есть островки. Ну, может и сразу до этого можно будет дотянуться. До, как его там, Бразилии. Ну и тут, если что, на Европу можно будет высадиться. Ладно, ребят, все, завершаю серию. Тут телефон разрывается. Все, всем пока, всем всего хорошего, до новых встреч.